И в продолжение темы. В следующем году в Казахстане на воинскую службу призовут 915 офицеров запаса. Согласно постановлению правительства, на двухлетнюю службу отправятся те офицеры, которые годны к ней, но не прошли службу ранее. Большую часть из них планируется призвать в вооруженные силы. Это порядка 700 человек. Остальные офицеры требуются в пограничной службе КНБ, Нацгвардии, МВД и МЧС.